Доброе утро. В поселке Орджоникидзевский состоялось торжественное открытие новой врачебной амбулатории. Данный медицинский объект рассчитан на 130 посещений в смену. Амбулатория оснащена современным оборудованием, что позволит оказывать первичную медицинскую помощь на высоком уровне. Подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Открытие новой современной амбулатории для жителей поселка Орджоникидзевский стало знаковым событием. Данное медицинское учреждение было построено в рамках реализации национального проекта здравоохранения. Мэр Карачаевского городского округа Марат Урусов поздравил жителей населенного пункта и подчеркнул, что с вводом в эксплуатацию этой амбулатории люди смогут получать качественную первичную медико-санитарную помощь. Это не просто медицинский объект, а настоящая опора для здоровья наших граждан. Место, где каждый сможет получить заботу и внимание. Создание этой амбулатории стало возможным при поддержке главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Борисовича Темрезова. Наша амбулатория оборудована всем необходимым для оказания первичной медицинской помощи и рассчитана на 130 посещений в смену. Ранее в поселке Орджоникидзевском действовала участковая больница, которая уже не могла функционировать из-за изношенности самого здания. Приятно видеть, что новая современная амбулатория оснащена всем необходимым, и каждый сможет получить медицинские услуги, не выезжая за пределы своего населенного пункта, отметил заместитель министра здравоохранения Карачаева-Черкесии Владимир Селиванов. Еще в 2019-2020 году, я помню, четко сюда приезжал, смотрел, что и как, и четко помню, хорошо запомнил обвалившийся угол там, где в стационарном отделении, помните, есть там у вас печка или что-то было, вот это все было обвалено, это было страшно смотреть. И сейчас вот новое помещение, новое здание, пускай оно может быть не такое большое по размерам, но оно функциональное и то, которое требует реалий сегодняшнего дня. После торжественной обстановки мэр Карачаевского городского округа Марат Урусов и заместитель министра здравоохранения республики Владимир Селиванов, перерезав красную ленту, дали старт работе амбулатории в поселке. В структуре данного медучреждения предусмотрены различные кабинеты, включая регистратуру, палату дневного пребывания, стационара, а также прививочные и смотровые кабинеты. Здесь есть все необходимое для работы, уверяют медики. Ну, здесь есть у нас прививочные кабинеты, у нас есть кабинет педиатра, у нас есть кабинет терапевта, есть кабинет вакцинации, кабинет дневного стационара. Все, что должно быть в первичном звене здравоохранения, вот эта врачебная амбулатория на сегодня соответствует и отвечает всем требованиям по законодательству нашей страны. Также в новой амбулатории уделено особое внимание доступности предоставляемых услуг для маломобильных посетителей, чтобы каждый мог получить необходимую медицинскую помощь. Алихан Лепшоков, Вести, Карачаево-Черкесия, поселок Орджоникидзевский. Далее прогноз погоды. В 9:30 смотрите Вести на черкесском языке. Удачного всем дня и встретимся завтра. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь и гроза, в отдельных районах сильный, ночью и утром местами туман. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Порывы будут до 15-18. Температура ночью 10-15, в горах до плюс 10, а днем 17-22, выше нуля и местами до плюс 15. В северных и южных районах высокая пожароопасность. В Черкесске кратковременный дождь, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Порывы до 18. Температура ночью 12-14, днем 20-22 градусов тепла и высокая пожароопасность.